В Апатитах не будут сносить недостроенный хирургический корпус. Такое решение приняла администрация города. О причинах расскажет Дмитрий Сергеев. Этот недострой – головная боль для всех. Главная проблема – любят в нем гулять подростки, а это небезопасно. Решетки и металлические листы не помогают, выламывают. Администрация пыталась несколько раз продать это здание безуспешно. Глава администрации Николай Бова очень серьезно был настроен снести хирургический корпус. Даже смета примерно есть. Но не все так просто. Технически разобрать огромное здание, когда рядом дороги, больницы, коммуникации – не очень просто. Да и вывоз этого строительного мусора обернется катастрофой для городских дорог. Протяженность туда-обратно где-то около 3 километров. Причем это движение по городским дорогам. Это значит, потом, учитывая то, что техника будет работать тяжело и так далее, обязательно дополнительные затраты будут на то, чтобы дороги приводить в порядок. И когда все это суммируется, то, безусловно, те более 30 миллионов, которые по смете непосредственно на снос, вот с учетом всех этих возможных рисков и восстановительных работ по дорогам, это очень и очень большая сумма. В итоге решено заложить все входы и окна в зоне досягаемости кирпичами. На это выделено около 4 миллионов бюджетных рублей. Одним из аргументов против сноса этого недостроя стали результаты интернет-голосования, которые провели наши коллеги. Результаты получились примерно 50 на 50. 50 за и 50 против. И очень хорошо, когда у людей есть свое мнение, и они его высказывают. И очень хорошо, когда власть это мнение не игнорирует.